Педагоги и психологи музейно-образовательного центра работают с особыми детьми, помогают развивать коммуникативные навыки и адаптироваться в обществе. Используют арт-терапию, обсуждают с подопечными живопись, ходят в музеи. Из-за режима самоизоляции пришлось перейти на дистанционное общение. Все занятия проходят в онлайн-режиме. Я им демонстрирую картины. Они высказывают свои эмоции, что они чувствуют, что они думают, что им понравилось. Иногда спорят друг с другом. И вот здесь очень важно правильно включаться и помогать им строить коммуникацию между друг другом. Сейчас центр возвращается к привычному ритму работы. Для этого необходимы дополнительные средства. Организация неоднократно получала субсидии и в этот раз подала заявку на участие в специальном конкурсе Фонда президентских грантов для НКО, которые работали в период борьбы с распространением коронавируса. Мы, конечно, очень рассчитываем на то, что мы выиграем. И поэтому вот новый наш проект – это симбиоз нашей групповой работы, это Афинская школа, плюс вот достаточно серьезная работа с индивидуально с детьми, и это обязательно будет работа с родителями. То есть мы впервые вводим группу эмоциональной поддержки родителей. Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 15 июля. Победители определят 31 августа, а уже с 1 сентября они смогут приступить к реализации своих проектов. Финансовую поддержку получат некоммерческие организации, помогающие пожилым, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, где есть заразившиеся COVID-19. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.